Всем привет! Итак, что же такое арбалет, снасть арбалет? Это такой суперчувствительный кивок. То есть при падении мормышки на дно он поднимается, тем самым показывая, что мормышка достигла дна. И под мотом лески, под тяжестью мормышки, он выпрямляется. Происходят поклевки как на стандартном кивке, так и если рыба вверх клюет, ну как бы, как лещ вот подбрасывает, да, вверх тянет, то он поднимается вверх. Тем самым, типа, рыба не чувствует вес приманки, охот не берет для капризной якобы рыбы. Да, тот, кто придумал ее, большой молодец. Единственный недостаток – это ловля на открытой местности в ветер. Потому что кивок очень чувствительный, он постоянно качается. Вот в палатке или в безветренную погоду, да, им хорошо. Но есть вариант еще, говорю, вот вместо мягкого кивка поставить какую-нибудь трубочку, там, от ватной палочки, либо еще там что-то, может быть, металлический какой упругий кивок. Тут без разницы. В принципе, ему эластичность это не нужна. Он и так под весом мормышки и под действием пружины, пружинная резинка это. Он играет, приманка практически невесомая. Вот такая вот чудная снасть. Ну и как ее сделать, это очень легко и просто. Итак, как же ее собрать? Для этого понадобится всего лишь кусок проволоки, либо велосипедные спицы, резинка рыболовная, что на закидные, на донки ставят, ну и какой-нибудь кембрик. У меня в данный момент вот трубочка из баллончика, из какого не помню, или из-под краски, или из-под лака, ну в общем, вот такая вот трубочка. И делается это очень просто и легко. Ну, естественно, сам кивок, я забыл сказать. Значит, что? Выгибаем проволоку. Вот таким вот способом. Вот. Дальше делаем упор, как бы для кивка будет. Чем больше здесь расстояние, тем будет легче, плавнее регулироваться кивок. Чем короче, тем натяжение будет сложнее регулировать. Ну, не знаю, у меня вот 5 сантиметров и нормально. Ну, в общем, мы повторяем этот край также. Также изгибаем. Ну вот, готовая конструкция. Вот так она выглядит. Ну, теперь нужно взять какой-то кембрик, либо вот пластиковая какая-то втулочка вот у меня, прорезать под кивок. Прорези сделать, чтобы кивок насквозь вставить. Все, прорезь готова. Вот так. Кивок не обязательно вот такой вот мягкий. Можно жесткий какой-нибудь.
Можно даже какую-нибудь трубочку вставить от ватной палочки. Теперь нужно протащить в этот кембрик в эту трубочку резинку. Ну вот, спокойно вышло. Замечательно. И теперь вставляем кивок между резинок, чтобы он вошел в трубочку строго между резинок, иначе ничего не получится. Все. Кивок строго между резинок просунут. Ну и теперь одеваем на эту вот рогатулину, почему и арбалет называется. Ну, чтобы он работал. Ну, здесь можно вставить вот коннектор из-под кивка. Вставляем все. В принципе, готово. И можем одевать также на удочку, на шестик. И протаскивать сверху леску. Строго под ограничительную И в рамку. кивок уже. Как же регулировать его под мормышку кивок? Это нужно крутить пружину. Можно, если мягкий кивок, я видел, вот так делают, проворачивают его. Раз, оп, оп. Ну, я вот так проворачиваю, допустим, вот. Оп, провернул и одел. Можно, чтобы не слетал, к примеру, вот сюда вот продеть его, в эти вот между проволочками двумя. И также потом раз накинул. Все. И подвес мормышки методом вращения резинки против часовой стрелки, да, чтобы, ну, по ходу кивка, чтобы он отбрасывался. Вращаем резинку. Вот так вот получается. В принципе, и все.